услышал Банкарау, лично осмотрел мобильный пост полиции и проверил его комплектацию. Передвижной пункт выпущен на базе шасси «Урал». Внутри находятся три специальных помещения для содержания задержанных, для составления процессуальных документов и санитарная комната. Также есть автономный обогреватель, сигнальное громкоговорящее устройство и независимый генератор электроэнергии. Основная цель приобретения машины – предотвращение нелегальных поставок в республику алкогольной и спиртосодержащей продукции из других регионов. Передвижной пост полиции отправился в западные районы республики. Мэрия города Акдаурака, администрация Барункемского кажуна и администрация Байтагинского кажуна. Вот эти три муниципальных образования будут совместно владеть этой автомашиной для того, чтобы совместно с правоохранителями, прежде всего с МВД, работать на то, чтобы профилактировать вот эту вот работу, направленную на искоренение выхода пьяных водителей на дорогу. Это изначально преступники, профилактики, а может быть, опять же, искоренение преступности, связанной с наркопреступлениями. И особо, конечно, я возлагаю надежды на то, что это будет заслон поступления сюда суррогатной воды.